crossroads and I tried to find a ride. Nobody seemed to know me. Everybody passed me by. Thank you.
Тем временем the thrill has gone. Thank you.
Спасибо, thank you, thank you, sir. Анастасия Концевая, собственной персоной. Попытаемся для вас играть нашу песню одну. Из этого, конечно, совсем новая, и года два мы играем раз три всего в жизни. Потом что-то забросили, сейчас решили восстановить и в нашей, и в вашей памяти. Называется «I'm on fire».
your brain. What you want and I try to explain. One day, I'm sure you'll find my love is in you. I'm on fire, but I'm not a bad star. I'm on fire, don't you let me burn out. Thank you.
Сейчас сыграем еще одну нашу песенку. Она очень старая. Поэтому она у нас получается лучше, чем очень новая. Она хорошо не забытая старая. Это единственная грустная песня у нас сегодня. Но если читать Nobody's Fault But Mine, тебе надо задуматься о том, что будет. Не там будет, а ну, в общем, понимаете, что это будет. А здесь мы вспоминаем наших друзей, которых нет с нами рядом. The Soul. Сюрприз для вас. Очень приятный сюрприз, потому что мы понимаем, что 25 лет прошли не зря. Не только для нас с вами, но и для тех людей, которые подключились к этой музыке недавно. Мы приглашаем на сцену Ваню Денисова. Ваня, давай к нам. Если я скажу вундеркинд, это будет не громкое слово, это настоящий так, вы сейчас в этом убедитесь. Ваня, улыбайся.
Ну пока начнем тихонечко. Пойдем, Сань.
Еще раз добрый вечер. С пластинки Irony мы выиграем песню. Irony. We'll be right back.
Спасибо. Еще одна песенка с Irony называется The Fire Inside. Так называется еще одна песня с пластинки Irony.
sitting here all alone. Again, I telephone, but I know that you ain't calling me no more. Life's too hard to find, but if I could change your mind, maybe things would be just like before. It's a crazy situation, and I've got no idea to play. I just wish that I was calling you. Песня про морской girl следующая. Thank you.
Писал Элмар Джеймс. Но вас сильно видоизменилось за время того, как мы ее играли. Yeah.
Клавишные Алексей Сечкин. Честно на бас-гитаре играет Дмитрий Ветеран Чеснок.
Спасибо большое, что собрались сегодня в этом прекрасном клубе. Алексей Козлов. В эту субботу теплую, тогда можно поехать на дачу. Здесь нет дачи, но можно пойти в парк. Парк копать картошку? Пойти в какой-то парк и ископать там картошку, например. А вдруг есть, кстати. Подливки? Your life will change real soon.
Барабаны, я взял коробки. Николай Савкин, гитара. Спасибо, что зашли на огонек. Спасибо. Да, еще раз. Анастасия Концова. Пишите Crossroads Music в одно слово. At Crossroads Music. Crossroads как в середине Z, в конце C, естественно. Crossroads Music в одно слово. Спасибо.
еще одна запрещенная песня сейчас прозвучит. I'm not knocking on heaven's door.
большое! Мира и любви всем! До встречи, дети!